Начинаем пресс-конференцию по окончании матча «Лада Луч». И первым предоставляем слово для комментариев нашим гостям. Пожалуйста, Михаил Анатольевич, вам слово. Что думаете о прошедшей игре? Спасибо большое. Ну, во-первых, хотел, естественно, поздравить коллегу с победой. Судя по счету, она более чем заслужена. По поводу игры своей команды, ну, минут 20 мы более-менее где-то держались на равных. Ну, потом, к сожалению, и физически немножко подсели. И стали уступать в счете, за счет быстрых отрывов достаточно. Лада от нас оторвалась и довела спокойно игру до победы. Все? Да. Лаконично и четко. Алексей Александрович, что есть добавить? Или возразить? Нет, совсем согласен. Единственное, что в очередной раз наталкиваемся, наступаем на одни и те же грабли. Не получается так поиграть в удовольствие. Не получается. Ну, это уже не исправить, мне кажется. Это уже в крови. Поэтому ничего нового. Также сейчас готовимся к датчанам, к лекарству. Будет просмотр уже, и нарезки там наделали, и завтра у нас просмотр, тренировка. Вот, к сожалению, подготовиться, как раз поиграть просто в свое удовольствие за счет быстрых передач, там, защиты, за счет движения, без рук, там, без толчков подвигаться, нападение за счет, не продавливать детей там этих, конечно, там и здоровее, и физически здоровее все это, но это неинтересно. Ну, мы не хотим интересных каких-то путей, не ищем. Поэтому, ну что есть, то есть. Ладно. Поэтому так рано, уже на 14-й минуте вы практически полностью стартовый состав поменяли. Да, ну тут что смотреть на это безобразие. Не готов, если честно. Ну что, что мы сегодня отработали? Ничего. Отрыв. Отработали, вот одиночный отрыв. Все. Хорошо, вот вратарь сегодня передачи подавали. Все, больше я плюсов не вижу никаких. В преддверии матча с датчанами что тревожит больше всего? Ну, надеюсь, что настрой будет иным. А так тревожит. Тревожит, что сильная команда. Посмотрели, очень неплохая команда. Плюс понравилась эта норвежка, которая в том году играла за Оденс. ИКАС тоже нам знакомый. Плюс еще усилились вот лучший бомбардир прошлого сезона из Оденс. Норвежка пришла в его среднюю. Беспокоит их сила. Не то, что там, как обычно говорят, мне надо смотреть на соперников, а надо показать свой. Но все равно. Так, каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Поэтому там очень неплохая команда. А так, в общем, что беспокоиться. Сейчас скоро увидим 27 числа. Будем знать, беспокоиться. Напоминаю, что в том году мы тоже проиграли здесь 4, а там выиграли 5 проиграли, а там выиграли 9 или 8, 10. Поэтому, опять же, все непредсказуемо. Мы постараемся сейчас порадовать дома. Первая игра, конечно. Михаил Анатольевич, по поводу Луча, какие планы на остаток этого сезона в плане спортивных результатов и какие перспективы, мысли, идеи, ожидания от следующего уже сезона? Ну, давать планы на следующий сезон мне все-таки кажется немножко преждевременно, пока нужно этот сезон закончить сначала. А план у нас простой. Мы стараемся выиграть в каждой игре и добиться максимального результата. Мы стараемся быть максималистами, выиграть любую игру, в которой участвуем. Спасибо, за сим позвольте завершить.